Интересно. Тронул. Есть? На вертушку? Молодец. Ага. Да, смотри, видишь, личинку не захотел жрать, да? А вертушку сожрал. Это тот, который стучал. Малышок. Опс. Ушел. Пошли дальше. Ух ты, блин. Выскочил. Выскочил, но не это самое. Не сел. Странно. Надо перейти апстримом. Близко не подходи, Андрей. Обычно в этой яме 5-6 штук стоит. Может, у него настроение сейчас херовое. Никого, удивительно.
Опа! Андрюха! Ну, нет. Тридцатничек. Даже не тридцатничек. 27. В яме не стоит. Понял? Есть. Во. Смотри, начал брать. Ну вот удивительно, я же водил. 20 раз водил. Понял? Начал брать. У них как будто бы включают, знаешь. Надо жрать. Уже этого надо в подсак убрать. Ну, более-менее. Красиво. Он всегда в воде кажется большим. Да. Покажи рыбку. Угу. Красавчик. Все, отпускай. Видишь, как у него включается, да? И хватанет. Ты смотри. Вот я тебе говорю, вот что-то происходит такое. Как будто бы у него включается этот самый. А у тебя сейчас потяжелее голова стоит. Нет? Вот интересная ситуация. Пробросали несколько раз и вдруг включила. Покажи. Я на камеру покажу, чтобы народ знал, чем не надо ловить. Ну да, маленькая головка, маленькая личинка. Понял. Надо поменять. Надо поменять головку. Хотя эту личинку, блин, ест он запросто. За милую душу. Почему сейчас не ест? Я пока тебя поясню. Пока у тебя пошел жор. Да ладно. Ничего не выключится. Раз, два, так, головки, личинки, головки. Ладно, полезем в коробочку. Где-то у меня коробочка. Эндова надо взять. А знаешь, что у меня есть? Блин, я же совсем забыл. Да у меня тут их тоннам. Этих приманок. Тонна. Тонна белладонна.
Ну вот тебе, пожалуйте. Пожалуйте к нам в гости, называется. Вот, поставили, пробуем. А? Да. Пошли. Покажу, как ловится в стриме. Ты смотри, не получается. Вот здесь обычно до 15-20 штук. Слазь вон туда, обходим и апстримом кидаем. Так не получается. Палочки валяются, бери. Нет, удобно идти. Быстро идешь на третьей ноге. Не надо ничего выверять. Thank you.
Ну смотри. Надо бросать под тот берег и вести сюда. Удивительный вид. Вот смотри, розовая была, не брал, поставил белую поклевку. Попробуем сменить на вертушку. На вертушечку. На вертушечку. Поменяем. Ты знаешь, попробую я сейчас колебло поставить. Сейчас узнаем. Вот эту вертушку возьмем с собой. У меня тоже тюкнул.
закрутилась. Что-что? Ну, смотря, если не накололся, то да. Не знаю, на эти мои вертушки сейчас что-то не... А. Не жрет. Хочет. Может его тут нет. Такое возможно. Вот перебираем, перебираем. Блесна. Ага. Видел, вышла рыба. Не знаю, за микрухой или зачем, но вышла. Я увидел, где стоит. Угу. Не хочет. Опа, есть, смотри. На колебло. Неплохой.
неплохой. За сегодня, наверное, самый крупный. И смотри, как долго шел. Да, сколько я кидал и вертушки, и все подряд. Фоткай сразу, Андрей. Готов?